Для тех, кто ценит здоровье, уникальная черная четверговая соль из Костромы прибыла в Германию. Наши предки считали, что такая соль может давать здоровье человеку. Запекают ее по рецепту 16 века в печах на березовых дровах с ржаной мукой, благодаря чему уменьшается количество вредных примесей и увеличивается содержание магния, калия и кальция. Доказано, что черная соль помогает пищеварению и выводит токсины. Попробуйте черную соль из Костромы и будьте здоровы!